Всем привет, Арсений. И наконец-то срослось. Дети сделали дырочку там в бассейне интексовском. Вот, и попробуем воспользоваться вот такой вот жидкой латкой зеленого цвета, какая была под рукой, и заклеить данную дырочку. Для этого нам понадобится кусочек наждачки, средство для снятия лака, оно без ацетона идет, ну, сама жидкая латка, и для обезжиривания пару тампонов. Итак, слегка зачищаем все вокруг дырочки. Дырочка хорошая, 1.5 сантиметра, как видите. Вот слегка ее зачищаем. Материал, конечно, хорошо рвется. Вот, потом протираем все тщательно. Пока засыхает, открываем жидкую латку. Жидкая латка оригинальная, так как идет в блистере с прошлого года. Не подделка. Открываем, дерявим. Здесь уже все подсохло. И аккуратненько, вот, по-моему, ее надо было болтать. Сбалтываем. Потому что там два компонента получается. Это растворитель и сам жидкий ПВХ. Вот. Пробуем эту смесь нанести достаточно нежирным слоем на сам порез. Ну и в таком положении надо оставить. Где-то на 5 минут. Так, надо будет нанести минимум 2-3 слоя. Вот, и посмотрим потом, выдержит ли эта жидкая латка нагрузку воздухом. Ждем 5 минут, потом будем продолжать. Итак, прошло 5 минут. Как видим, уже немножко схватилось все это дело, не высохло до конца. И наносим также жирным слоем на место пореза второй слой жидкой латки. И смотрим сейчас на слой, она в конечном итоге усохнет. Это я покажу в конечном видео. Вот, нанесли еще один слой. И теперь оставляем сохнуть на 10 часов, как указывает производитель. Помним, что жидкая латка сработана 102 года. Температура эксплуатации у нас получается выше 10 градусов. Вот, можно хранить при температуре от -5 до 25 градусов. При замерзании ниже 5 градусов просто помещаем в помещение теплое и ждем, пока оттаем. И также совершенно спокойно пользуемся. Ждем последнее видео. Через 10 часов мы его закончим. Итак, всем привет. Прошло уже, наверное, больше 10 часов. Наверное, целый день уже прошел. Вот. Не стал показывать процесс накачки. Но можете посмотреть. Накачалось. Никаких утечек воздуха. Ничего нету. 1.5-сантиметровый прорыв на бассейне фирмы Intex. Запаялся отлично при помощи жидкой латки. Всем спасибо. Покупайте. Ссылочку на жидкую латку найдете в конце видео. Понравилось видео, ставьте лайки. Оставляйте ваши комментарии. Рекомендуем.